Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня я расскажу о том, как вы самостоятельно можете себе помочь в борьбе с диабетом первого типа. Это состояние, когда клетки поджелудочной железы не могут вырабатывать инсулин, вследствие чего перестает регулироваться уровень сахара. А расскажу я вам о омега-3 жирных кислотах. Это жирные кислоты, которые способны обратить вспять развитие диабета первого типа. Либо они способны даже улучшить состояние при уже приобретенных заболеваниях, что тоже очень важно. Что необходимо контролировать и зачем необходимо регулярно следить для того, чтобы понять, помогает ли вам омега-3? Во-первых, это уровень инсулина, это переносимость глюкозы, а также состояние поджелудочной. Что делают омега-3? Они улучшают показатели обмена глюкозы, состояние поджелудочной, снижают концентрацию воспалительных сигнальных белков. Плюс еще в том, что происходит генерация бета-клеток. Это крайне важно. Это клетки, которые выделяют инсулин. Ну и что могу добавить от себя лично? Это то, что не обязательно покупать и принимать омега-3 уже в готовом виде в капсулах. Полезные жирные кислоты мы можем найти в продуктах. Это в морепродуктах, это жирная рыба, к примеру, лосось, это соевые бобы, это грецкий орех, это рыбий жир, это льняное масло, это семена чиа, это шпинат и также в икре рыб. Сегодня я постарался еще один раз обратить ваше внимание на рацион. Я надеюсь, что это было не зря. Если это видео вам было интересным и полезным, ставьте класс. Делитесь этим видео в социальных сетях. Возможно, оно будет интересно и полезно еще кому. И чтобы не пропустить мое следующее видео, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.